И следующая история про величайшего мудреца современности Анатолия Вассермана. Туман пронесло, стал дышать чем-то, да. Танец простой, кстати, переведен нами из Хабаровска. Смотрите, на припеве. Это все, что вам нужно делать. Готовы? Давайте повторим все вместе, кто запомнил эту сложную комбинацию. Отлично, дождемся припева. Кому женщины и деньги не нужны? Кто волосы совсем не стрижет? И Вавилон жжет, Вавилон жжет, Вавилон. Он черпает знания из книг. Он мудрости надежный проводит. Он аскет, и дух его силен. Уж кто-то он жарит Вавилон. И так главный растаман — это Вассерман. Что хранит его потайной карман? Вот это поворот. Как вообще такое в голову придет? Но факты за себя говорят. Он залегалайз, он давно залегалайз. Брат, ты попробуй, Анатолий, обыщи. У него всегда припрятан добрый щит. Я секрет раскрою, Джа меня прости. Он в собственных карманах вырастет. И так, главный растаман, что хранит его. Спасибо вам огромное.